Всем привет, с вами Кононова Аня, Кононов Антон, еще будет и Раида Геннадьевна, и Екатерина Шишкина. Сегодня мы вам хотим показать новую коллекцию, которая пришла из автозаказа. Сейчас на Антоне легкий трикотажный джемпер с высоким ординарным воротом для мужчины. Антох, тянется, не тянется, показывай, повертись нам. Цвет темно-синий, размер 56, 80% хлопок, 5% нейлон. Артикул 199 428. Антош, подойди к нам. Вязка классная, суперская, мне в принципе все понравилось, как вы видите. Так, фокусируйся, пожалуйста. Как вы видите, тут есть начесик такой небольшой. Я думаю, что ткань просто супер. Легкая, приятная к телу. Если сильно натянуть, она будет, как вы видите, просвечивать. Просто, просто великолепная вещица. Мне действительно понравилось. Сейчас на Антоне трикотажный джемпер для мужчины. Артикул 199 446. Цвет бордовый. Размер 56. Состав 80 хлопок и 20 нейлон. В принципе, тоже симпатично. Мне кажется, что Антону очень даже идет этот цвет. Состав идентичный у предыдущей модели. Только та модель была с горлом, а это без горла. Да? То есть, как удобно носить. Антох. Что? Как тебе? Нормально, носить буду. Будешь носить? Ну, мне не только интересует, будешь ли ты носить, мне еще интересует, как оно тебе, комфортно, некомфортно? Комфортно, мягкая ткань. Мягкая, приятная ткань, да? Да. То есть, все тебе нравится. Да. Вот. Ну, давай, подходи поближе. Вот такой. Да, ну, ткань такая же. Точно такая же ткань. Как и на прошлой модели. Да, как на прошлой модели. Сейчас на Антоне утеплена куртка для мужчины. Цвет черный, размер 56, состав 100% полиэстер верх, подкладка 100% полиэстер и утеплитель тоже 100% полиэстер. Артикул 520341. Так, Антоха, пересчитывай карманы, как застегивается. Замок односторонний, да, снизу не... Нет. Нет, да, с одной стороны только. Так, модель на кнопочках идет. Отлично все. А внутренние карманы есть? Посмотри внутренние карманы. Нет. Нету внутренних. Есть один, да? Расстегивается. Так, капюшон затягивается, я вижу. Да, и внешние карманы какие удобные. Расстегиваются, застегиваются внешние карманы. Они на этих, на кнопочках. На кнопочке, да? Отлично. Курточка, мы ее себе оставляем и будем с удовольствием носить. Антону понравилось, он любит такие легкие, классные куртки. Сейчас на маме трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Артикул 520 092, цвет белый, размер 52, 100% хлопок, да, то есть, как вы видите, мы ее достали из упаковочки, еще пока не гладили, ткань мнущаяся, так как это 100% хлопок, но посмотрите на этот крутой, клевый узор, ей очень идет, безумно классно, этот узорчик, он просто великолепно на ней смотрится, просто все прям суперски, прямо в тему, очень красиво. Как вы считаете? Мне очень она понравилась. Она идет немножко к низу, расклешенная. Мам, выпусти ее, пожалуйста. Да, выпусти, покажи. То есть она подойдет с джинсами, она подойдет с шортами. То есть такой отличный летний вариант. И очень удобно, я считаю, так вот ходить в ней. Вообще здорово. Погладил, пошел, и телу приятно. Она мягкая, она легкая, она приятная. И не простая какая-нибудь там футболка, а очень даже симпатичная. Спасибо Бурматикову за такие разработки. Ну, просто круто. Сейчас на маме трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет молочный, размер 52. Состав 44 вискоза, 26 нейлон, 30 полиэстер. Очень симпатичная кофточка, очень-очень нам понравилась. В запасниках была вот такая вот
маленькая пуговка, как-то бы ее увеличить вам, сфокусировать, да, то есть такая вот это в запасниках, что, вот эти бусинки, которые на груди, они и есть. Мама, подойди ко мне, пожалуйста, артикул 199-912. Да, вот такая вот кофточка с отличными вырезами. Края, низы изделия и рукава обработаны такой резиночкой. И по всему рукаву идет плетеночка такая очень симпатичная. Она полностью просвечивает. Очень-очень понравилась нам данная кофточка. С удовольствием ее себе оставили, и скажу больше вам, я даже себе такую заказала, потому что правда красивая она. Сейчас на нас трикотажный джемпер для женщины. Так, артикул 520-002, цвет бежевый, размер 52, 90 вискоза, 10 люрекс. В составе шла вот такая вот пуговка. Не пуговка, а бусинка. Бусинки, как вы видите, по всему периметру. Это полупросвечивающая, даже, наверное, на 10% только просвечивающая кофточка. Она идет с блесточками, симпатичная. Что хочется сказать еще, тянется хорошо. Мама, она колючая по рукам? Нет, как? Нет, не колется? Нисколько даже, да. Нисколько не колется. Подойди поближе, покажем с тобой ткань. Да, такая вот переливающаяся ткань. И, как вы видите, видно вот этот вот рисуночек. Мы специально так одели, чтобы вам было видно. Да, и также низ изделия и рукавчики вот так вот в виде гармошки вот выполнены. Так она, в принципе, отличная кофточка. Замечательная, легкая, приятная. Но я бы не сказала, что она супер-мега-мягкая. Мягкая. А, изнутри мягкая. Это да. Снаружи грубовато, да, да. А снутри, мягкая. Смотрите, какая ткань, снутри очень мягко. Да, так, фокусируйся, да. Камерка, пожалуйста. Да, то есть очень мягко, хорошая. Вот у нас были проблемы, посмотрите, с воротником. Очень сложно уложить воротник, действительно сложно, мы понервничали. И вот сейчас не знаем, то ли вернуть, то ли что, но... И вовнутрь мы его заворачивали. Мам, повернись спиной. Но если вовнутрь заворачивать, то тут шов тогда получается снаружи. И вот мы сидим и думаем, что нам делать с этой кофтой. То ли на возврат ее вернуть. Но вот именно нам не угодил именно воротник. Потому что вот тот шов, если как бы делать вот так кофту, да, то есть красиво, то там будет шов сзади видно. Если внутрь как-то заворачивать, то нам тоже непонятно как. И мы ни так, ни сяк, никак не можем разобраться. Может, ее как-то вот так на бок или что. Но мне непонятно, почему вот этот шов... Так, маленько в бок. Ага. Мне непонятно, почему вот этот шов, он наружу идет, а изнутри все хорошо. Мы не поняли, как это дело носить. Вообще нисколько непонятно. Вот у нас единственная проблема только в этом вот. А сама кофта, как вы видите, смотрится, ну, на просто классно, просто здорово. Вот сейчас мы решаем. Посоветуйте нам, пожалуйста, дорогие зрители. Сейчас на маме юбочка, тоже из новой коллекции. Артикул 52056, цвет темно-синий, размер 52, 95 полиэстер, 5% эластан. Очень симпатичная юбка прямого кроя, выточки, все на месте. Она абсолютно, абсолютно нисколечки не тянется. И она из такого очень блестящего, красивого материала. Очень мне этот материал понравился. Посмотрите, какой рисуночек поближе, покрупнее. Очень красиво, такой как жаккардовый, такой приятный очень. Так, сейчас на маме трикотажный кардиган для женщины. Цвет ярко-синий. Так, размер 52, состав 80 вискоза, 20 нейлон, артикул 199-834. Отличная моделька, простая, базовая, вот просто так куда-то ходить, легкая такая, можно в расстегнутом варианте, как вы видите, в запасничках есть пуговка одна, и можно и куда-то, и в дорогу, и везде, в общем, на повседневную носку самое то. Низ изделия полностью выполнен, что рукава, что сама кофта, на резиночке. И ткань вот такая же, как вот у моего мужа, водолазка. Тоже такая же приятная, мягкая, облегченная ткань.
Вот, я считаю, что красиво. Мам, тебе как? Очень удобно. Удобно? Мягкое, да. Телу очень приятно. Ну, тебе хорошо синий цвет, да. Не зря ты синий заказала. Нормально так, хорошо. Так, с нами сейчас Катерина. Очень классная блузочка. Просто суперская, просто симпатичная, великолепная, полупросвечивающая. Катюш, подойди ближе, что-то как-то от цвета нам с тобой отсвечивает. Будем так разглядывать тебя. Что в ней классного? То, что она идет цвет черный, размер 46, состав 100% полиэстер, артикул 199-990. Вещь, ну, просто суперская, просто классная. Это, я считаю, вообще молодежным трендом, но Катюша, я думаю, об этом уже расскажет сама. Катюш, можешь отходить, показать длину этого изделия. Да, длина... Она очень длинная. Да, это все она вообще с джинсами совсем. Я думаю, она универсальная в плане. Ее можно носить и со штанами, и там с шортами можно носить, с юбками различной длины. Ну, только не с такими, конечно. Она очень удобная, просторная и очень красивая. Да, кстати, вот в комплект входит. Катя, как ты думаешь, это молодежная коллекция? Несомненно. Несомненно? А вот в чем ходят девочки в колледже? Вот? Ну, модницы, которые очень любят следовать за модой и трендами, они предпочитают что-то похожее. Угу. Ну, то есть не точь-в-точь, как у нас, угу. Но, да, такие же практически. Угу. Вот даже как. Ну, я тоже посчитала, что эта линейка ближе к молодежной. Катюш, показываю юбочку. Твою. Покажи пояс у этой юбочки сейчас. Так, это трикотажная юбка для женщины. Артикул 520-044. Цвет бордовый, размер 46, 97 полиэстер, 3 эластан. Она идет что-то типа жаккардовая. На ней выбит очень классный, клевый, красивый рисуночек. Да, вот обратите внимание, я вам увеличила ее. Такие розы симпатичные, суперские. Я так понимаю, что это... что это прям вот сейчас все будет вот с такими розами. Розы я люблю, обожаю. Эта юбка очень хорошо приталивает. Кать, а какая у нее застежка? Молнии. Молния сзади, да? Повернись, да. Покажи. О, ох ты, какая молния, да, то есть, смотри. Золотистая, да? Угу. Да, выточки, просто все супер, просто все классно. Металлическая. Металлическая, да, молния? Ага, ну, мне она очень понравилась, очень прямо вот великолепная юбочка, смотрится просто супер. Вот, Катюш, отойди чуть-чуть назад, вот, чтобы тебя видно было. Ну, изумительная моделька, изумительная просто. Так, сейчас на нас трикотажный джемпер для женщины, цвет молочный, размер 44, 80 хлопок, 20 нейлон. А молочного я в ней, если честно, ничего не вижу, она абсолютно белая мне показалась. И немного. Очень даже, немного, да, Кать? Не знаю, для меня она белая. Не абсолютно белый, конечно, но не молочный. Угу, не молочный, да. Артикул 199-198. Кать, как ощущения? Все так же. Мягко, удобно, просторно, нравится. Мягко, да? Ну, смотрите, он не просвечивает, хотя не плотная, да, ткань? А начес есть, кстати? Начес нет. Начеса нету, да? Ага, хорошо. Покажи ткань вблизи. Да, вот такая вот ткань. Рукавчик покажи. Вот такой вот рукавчик. В принципе, такая вязаная, довольно эластичная, хорошо сшита кофта. А антирастяжка есть сзади, кстати? На сзади вот тут вот антирастяжечка такая должна вставлена, и там должно... Ну-ка, подойди ко мне поближе, я забыла про это. Да, есть чуть-чуть. Тут вот антирастяжечка небольшая. Да, то есть, как бы это... Тут меньше тянется, чем горловина. Да, но она такая. Может, ее и нету. Нет, вообще-то и есть. Не знаю, не могу понять. Обычно она, знаете, тут бывает так вставлена плотно, а тут как будто вот... А, так это, наверное, эта бирка не дает. Нет, антирастяжки нету. Ну, вот такая вот ткань. Симпатичная, в принципе, кофта.
честно сказать, мне она очень даже понравилась. Простенько она подойдет ко всему, мне кажется, абсолютно ко всему. Так, сейчас на нас брюки для женщины. Артикул 199-714, цвет черный, размер 46, 95 полиэстер, 5% эластан, тоже их оставляем. Это у нас без стрелок, да, Кать? Без стрелок, черные обычные брюки идут, как бы не клеш, но не прилегающие, то есть не зауженные. Покажи, Кать, немножко на талии их. Да, то есть вот такие вот. Подойди чуть поближе, плохо видно, чтобы разглядеть. Ага, черные вообще не очень-то видно. Давай покрутись немножко. Нас удивили очень глубокие карманы. Да, очень глубокие карманы нас удивили. И карманы действительно очень глубокие, прямо вот очень. Прям. Да, нормальные штаны, стоящие, это брюки. Это уже можно носить и с каблучком, с кроссовками они не подойдут нисколечко. Да, то есть вот мы сейчас, по-моему, от Юдашки на туфельки, да. У нас, да, еще старый выпуск, но они, как вы видите, куда бы Катя в них ни ходила, они в идеальном состоянии остались, очень удобно. Катя не любит каблук высокий, поэтому вот ей как раз вот... Хорошо с этими штанами, нормально подошло. Кать, встань боком, оценим чуть-чуть подальше. Вот так вот, да, вот как вы видите, вот длина, да. Мне кажется, чуть-чуть надо их подогнуть, на сантиметр буквально, но не больше. Да, то есть таким вот образом. Немножко, конечно, они длинноваты, но мне понравились. Сейчас на Катюшке платье с длинным рукавом для женщины, цвет темно-синий, размер 46, состав 97 полиэстер, 3% эластан, артикул 199-972. Честно скажу, тут мнения разделились, я не могу сказать, что я от этого платья в восторге, Катерине, наоборот, понравилось это платье. Катюш, давай подходи, заценим, обсудим ткань обязательно, да, вот такая вот ткань, так, полиэстер, эластан, ну, ткань такая, вы знаете, очень даже приятная, я бы сказала, ткань, пуговки вот такие вот симпатичные, так, подождите минутку, ну, то есть вот так вот показать, да, симпатичные пуговки, одна в составе есть. Однозначно не с этим поясом, однозначно не с этим поясом. Так, ростом мы 153 сантиметра, да? 160, мам. А, 160 уже? О-о-о. Не уже, а давно. Это ты, я все думаю, что ты у меня малышка. Да, то есть, ну вот, честно сказать, как-то вот не знаю я. Почему тебе понравилось это платье, Кать? Оно очень женственное, допустим, и цвет темный, ткань приятная. А еще что нравится? Ну, то, что оно тебя стройнит, это стопроцентный факт. Я не отрицаю, конечно, да. Но еще-то что? Вот чем оно тебя зацепило, что ты вот его увидела на сайте и сказала: «Мама, мама, закажи». На уровне сейчас интуиция. Интуиция. Шоу интуиция. Да, ну пояс... Я просто его увидела и просто понравилось. Ага, пояс однозначно меняем. Да. Вот, потому что этот пояс просто в утиль. Само платье действительно на тебе смотрится хорошо. Какой-то аксессуар и вот пояс, да. Можно еще браслетик. Как бы вот что-то типа этого. Не знаю, но смотрится действительно здорово и аккуратно. Так, сейчас на нас трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет светло-серый, размер 46, состав 55 хлопок, 40 полиэстер, 5% люрекс, 520017 артикул. Катюш, ну что, твое мнение в студию? Она мне нравится. Очень нравится. Все. Катя, как много... Так, значит, цветочки у нас вышивка, да?
Вышивка сквозная. В районе цветочков изнутри грубоватенько немножко. Это да. Нашивка, скорее всего. Да, это нашивка, поэтому после первой стирки, мне кажется, уже будет ничего. Более мягко. Не отойдет. Да, я могу сказать, что мне она нравится больше, чем белый молочный свитер, который был до этого. Он как-то лучше, Катя, вот эти розочки подходят. Действительно симпатично, действительно стильненько, действительно молодежно. Катя, когда ее увидела, захотела. Вот. Но вот вы знаете... Я почему-то вот была удивлена, что некоторые в интернете говорят, что коллекция прям на старух, во-первых, да, я свою маму, моей маме еще сколько, 71 год, я не считаю ее старухой, потому что ей очень хорошо, наша одежда Faberlic смотрится, у нее классная фигурка, себя не считаю старухой, уж тем более свою дочь старухой тоже не считаю, и мне кажется, что для молодежи наша коллекция просто великолепная, просто суперская, и кто так говорит, это, конечно, просто, вот, не знаю, может, не мерил, не примерял ее на себя, но вот мы сейчас... Все, что надевали перед вами, оно действительно классно смотрится, да. Есть вещи на женщин, есть вещи на более молодых женщин, и есть вещи вот на девчонок, 17 лет, и дочка прямо когда одевала, она говорила, что это четко, что это годно, что это круто, что да, то есть, ну, да, ну, это их сленг сейчас на данный момент, и вы знаете, я на самом деле смотрю, и я не вижу, чтобы мою дочь какая-то из вещей, которую она для себя приобрела, чтобы она ее делала старше, где-то она ее делает изысканной девушкой, да, на какие-то вечера, где-то она ее делает вообще пацанкой, которая будет бегать, прыгать, да, где-то со своими подругами гулять по торговому центру, вот, то есть каждая вещь, она идет на свой случай жизни и действительно шикарно смотрится, любая кофта, мне очень понравилась эта коллекция. Ну, то, что я заказала из этой коллекции, конечно, коллекция большая, новая, очень большая. Мы заказали не всю коллекцию, конечно же, только то, что нам именно понравилось мне, Кате или маме. Мы сидели в 12 ночи и выбирали одежду, да, и я крутила колесиком, показывала модели, и дамочки или я, да, тыкали пальчиком и говорили, вот это мне, а вот это мне, а вот это мне, да, то есть как бы... У нас не сошлись вкусы, у нас сошлись вкусы только с кардиганом, но все равно, да, с кардиганами у всех троих... Да он вообще лучший. Да, он лучший. Спорить нечего. У всех троих сошлось вкус с кардиганами, все остальное мы заказали разное, и каждая довольна. Каждая довольна, от 17 лет, получается, до 71 довольны все. Это шикарно, когда компания Faberlic всем угождает, это здорово, когда человек одевает одежду и говорит, боже мой, как классно, вот я это хотела, да, то есть я сегодня испытала вот эти эмоции, я испытала гордость за компанию Faberlic, что большинство одежды все-таки мы оставляем себе, потому что жалко такие вещи отправлять на возврат, мы их будем демонстрировать, и у Кати, кстати, уже есть заказ на клетчатый кардиган. Вот, девочки уже в школе попросили, Катя долго не признавалась, потому что она не хочет два одинаковых кардигана в одном колледже, но потом все-таки мне рассказала про этот заказ. Краткое мнение коллекции. Ну, может же Faberlic, когда хочет. Да. Вот, ну что ж, Катюшка с нами прощается, сейчас коллекцию буду уже показывать я вам, которую себе заказала. Пока-пока, Катя, скажи всем. Пока. Сейчас на мне, наконец-то добрались до меня, сейчас на мне трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины. Цвет мультицвет, размер 50, 95 полиэстер, 5 эластан. Артикул 199-938. Мне оно понравилось. Оно классное, оно бархатное. Оно приятно очень к телу. Я пока вела съемку. Это мужа, дочь, это свекровь Ираида Геннадьевна. Всегда мне в нем было комфортно, мне в нем не холодно, мне в нем не жарко, просто отлично смотрится. Вот, давайте покружусь. Хорошее такое платьишко, стоящее, очень симпатичное. Ткань у него очень приятная, рукавчики 3/4 идут с укороченным рукавчиком.
Сейчас на мне трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины. Артикул 52-00-73. Цвет черный. Размер 50. 72 полиэстер, 23 люрекс, 5% эластан. Ну что могу сказать? Джемпер точно себе оставляю. Он мне понравился. Подойдет под все. Тут просто суперский великолепный рисуночек. Как вы видите, четко, Антоха, видно? Да. Да, то есть вообще классный. А он в меру, я бы так сказала, не колючий, а в меру шершавый, что ли, вот что-то типа этого. А потому что я не могу сказать, что он прям ровненькая ткань тут внутри, но он не колется, вот как, допустим, предыдущее платье. А отличная вещица, мне понравилась очень. Сейчас на мне брюки для женщины, цвет темно-серый, размер 50, 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 199-707. Брюки идут на возврат, как вы видите, все топорщится, они мне маловаты. Они нисколечки не тянутся, поэтому нужно мне заказать 52, я так понимаю, попробовать, потому что в обтяжку очень сильно они мне пошли. Вот, длина нормальная, все здорово, низ изделия выпрямлен прямо, брючки действительно стоящие, но, как вы видите, все топорщится, потому что маловато вещь. Так, сейчас на мне, как вы видите, вещь, которая абсолютно не подошла, абсолютно не мой фасон, хотя платье было очень красиво, но, как вы видите, это как-то вот делает меня какую-то квадратную. Это трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Оно мне очень понравилось в каталоге, как смотрится на девушке, но это, мне кажется, на стройных девушек может быть. Да, то есть маме предложила померить, она тоже как бы не захотела этот джемпер, но в принципе вещь классная. Артикул 199-848, цвет черный, размер 50, состав 97 полиэстер, 3 эластан, немножко колется, но очень уютно, очень классно, очень свежо. Жалко отправлять на возврат, но прям честное слово, я не могу сказать, что оно мне подходит, оно мне идет. Напишите, пожалуйста, свое мнение. Вот. Сейчас на мне трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет молочный, размер 50, 44 вискоза, 26 нейлон, 30 полиэстер, артикул 199-911. Понравилась кофточка, оставляю себе. Единственное, что меня смущает, тут слишком глубокие вырезы. Мне как-то вот хотелось бы вот этих вот двух вырезов, чтобы не было, если честно. Но ладно, я ее оставляю, потому что, во-первых, мужу понравилось, во-вторых, мне понравилась. Она меня освежает, мне очень нравится она. Как вам? Сейчас на мне юбка для женщины, цвет темно-синий, размер 50, состав 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 199-734. Отличная простенькая юбочка, хорошенькая, да, тут вот, как вы видите, выточки идут, пояса тут как такового нет, сразу же начинается молния. Антох, видно молнию? Увеличь немножко, сразу же видно молнию, и вот она идет, ну, грубо говоря, до копчика. Вот это вот все молния. Вот. Далее снизу я еще, вот как вы видите, не разрезала низ. Забыла, извините, пожалуйста. Но там идет разрез. Да, то есть вот примерно чуть выше колена он заканчивается. Вот в этом вот месте. Да, то есть вот сейчас разрежу, потому что уже себе оставляю. Мне кажется, она меня как-то даже стройнит, немножко животик уменьшает. Вот. Но я, конечно, без корректирующего сегодня белья. Но все равно хорошо. Сейчас на мне оба возврата. Объясню почему. Да? Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Это жуткая большемерка. Мне не понравилась она. Да? Как вы видите, как она сбоку. Всяко разно. Мне она понравилась, если будет размер. С начала каталога я перезакажу на один, как минимум, размер поменьше. Она большемерит и так не слабо, потому что на плечах не свободно. И тут везде свободно, в принципе, ну вы поняли. Она идет 100% хлопок. Тут идут, на рисуночек идут стразочки. Розочка шикарная. Я люблю такие вещи. А подписано Love или что? Где буква Love? А, вот. Love, love, вот буква L, я ее сначала не увидела в зеркале, а тут уже V. Так, также возвратная вещь, это трикотажные брюки для женщины. Захотелось светленькие брючки попробовать,
честно скажу, что-то как-то пошло где-то не так. Не могу понять еще где. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вроде бы как у меня и попиных ушей нет, и ничего, но светлые брюки, наверное, не для крупных женщин. Но брючки сами по себе стоящие, прикольные, классные, мне понравились. Попы не врезаются, никуда не врезаются. Они, кстати, мне намного свободнее, чем предыдущие. Предыдущие на меня не навезли. Вот, 97 полиэстер, 3 эластан. Так, артикул 199-857, цвет мультисвет, размер 50. Вот так они хорошо тянутся. Они очень комфортные, в них не потеется ничего. Замочек, кстати, идет сзади. Обратите внимание, замочек сзади идет. Вот он расстегивается, застегивается именно в этом месте. Вот до сюда, да, до копчика получается. Сначала я и хотела наоборот, не поняла ничего. Потом все-таки решила переодеть их задом наперед. И получилось, что задом наперед — это не задом наперед. Вот, ну, в принципе, муж сказал, все на возврат, ни то, ни это, мне не нравится. Я не знаю, как вам, вот смотрите, но мне кажется, что эти штаны нормально. Нормально на мне смотрятся, светленькое, все. До этого я носила только черно-коричневые, коричневые, черно-коричневые, темно-серые. И только брюки, джинсы, которые идут вот не с такой вот, как бы, да, широкой, да, внизу штаниной, а я носила с более узкой штаниной, то есть облегающей, и носила с туничками. Вот мне, конечно, больше нравилось. Сейчас это для меня что-то новенькое, я не привыкла к такому образу, поэтому, конечно, жду от вас советов поскорее, потому что сомневаюсь, они нравятся мне, как они на мне сидят, даже без пояса, хотя они немножко спадают с меня, но даже без пояса они хорошо очень на мне удержатся. Я, в принципе, я довольна. Сейчас на мне трикотажное платье для женщины с укороченным рукавом. Артикул 199-866. Цвет черный, размер 50, 97 полиэстер, 3% эластан. Так, недостатки у него. Я чувствую покалывание вот тут вот. Кожа очень нежная. Далее вот тут вот почему-то немножко встало, но оно уже начало разглаживаться потихоньку. Вот, у меня такое чувство, что в принципе оно мне как раз, да, может быть, если бы было на размер меньше, да, то в принципе все равно бы оно идет в талии, не в обтяжечку. Так что мне кажется, что 50 нормально на мне смотрится. По низу идут кружева, которые мне очень понравились. Из-за этого я его заказала. Я вообще люблю все, что связано с кружевами. Как вы видите, тут идет прекрасный такой разрез. Вот. Платье, чем мне нравится, и вы все знаете, я люблю закрытое платье, чтобы не нагибаться, да, то есть, когда нагибаюсь, чтобы ничего не вываливалось, мне очень понравилось. А тут идут, как вы видите, вставочки, идут вставочки вот до сюда, и так, тут вставочек нету, в принципе, плечики идут ровненько, все хорошо. Ну, как бы нареканий нет. Манжет как таковых тут нету. Просто подогнуто, хорошо обточено, обшито. Единственное, что чуть-чуть вот как-то вот колется мне в плечах. Вот эти вот нежные места рук. Немножко все-таки вещь покалывает. Но незначительно, не сильно. По идее, как бы муж сказал оставлять. И мне тоже понравилось. Сейчас на мне легкий трикотажный джемпер с высоким ординарным воротом для женщины. Артикул 199-155, цвет малиновый, размер 48, состав 80 хлопок, 20 нейлон. Оставляю, безумно классная штука, мне очень понравилось, и приталивает, и все здорово, великолепно. Но вот этот вот я даже мерить не буду, зачем. Да, то есть, как вы видите, этот цвет мне не идет. Мне очень хотелось померить фиолетовые, но он мне не подошел. Моей дочке идет очень хорошо. Это все то же самое с артикулом 199-191, цвет сливовый. Мне хотелось померить, но, увы и ах, я вижу, что это не мое, и вы, наверное, тоже видите. Сейчас на мне трикотажный кардиган для женщины, цвет молочный, размер 50, 80 вискоза, 20 нейлон, артикул 199-815, понятно, что это
кофточка сверху что-то носить, потому что слишком большой вырез. А я его буду носить, наверное, с белой пододевалкой, которую вчера вам демонстрировала от Рогова в прошлом видео, то есть в части первой. Да, то есть так не поносить. Вот, также мне не понравился, опять-таки, сливовый оттеночек. Вот точь-точь такой же кофты. Он не мой, просто не мой. Я просто блекну, да? Вот, это 199-227, не мой оттенок, к сожалению. И вот этот красный, он не такой был яркий, не такой был красный. Это какой-то вот морковно-красный, да, я бы так сказала. Ну, что-то вот ближе к морковному, поэтому я его тоже на возврат отправляю, потому что цвет абсолютно не мой, мне не идет. Все. Ну что ж, дорогие мои, спасибо вам за обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рада снимать для вас новые обзоры. Еще придет второй автозаказ. Даже уже не помню когда, по-моему, в пятницу, что ли. Вот, и я еще буду один обзор снимать. Всем спасибо. Нажимайте на колокольчик, чтобы мои видео выходили у вас в оповещениях, и вы бы смогли самыми первыми увидеть свежие ролики. Всем пока-пока. Спасибо, спасибо за внимание.